Оцвин. Ошаняк. Оканай. Ошалгем. Полика. Повроси. Поножка. Окалчу. Оня. Орика. Ормарче. Осика. Оналча. Орубти. Ошаняй. Ошаляк. Оштелеч. Удача. Опи. Осина. Оразби. Ошвика. Окай. Осылай. Я увидел множество различных историй, связанных между собой преимущественно именно фольклорно. Там много мистицизма, что я не особо одобряю сам по себе, поскольку не особо люблю термин мистицизм, поскольку не особо люблю само понятие мистицизма. Потому что когда просто говорят то, что прими то, что вот это вот страшно, вот это вот стрёмно, и это вот так вот просто появляется, просто потому что при этом с какими-то трансцендентными пониманиями, типа вот... Призрак появился, потому что его убили. А какая причина того, почему он появляется от этого? Почему? Зачем? Где научное обоснование? Да, где научное обоснование? То есть логики нет. Да, и я... И это вот, ну, это уже я опять в свое личное отхожу. Поскольку все-таки не нужно забывать о том, что фольклор, он на то и фольклор, то, что он не обязан перед тобой отчитываться, почему это так было. Скорее всего, это было по конкретным, извиняюсь, причинам. Если, извините, вурдалак, вот у нас есть, например, прекрасный пример вот этих вот, извиняюсь, не вурдалак, вампиров. Почему, типа, их изначально изображали вот такими страшными Носферату? А потому что, откровенно говоря, в 16, 17, 18 веках были люди больные гемофилией. И у них вот это вот уродство, и у них было вот это вот уродство, им реально надо было там иногда кровь пить, потому что иначе они тупо помирали. А после этого появилась огромная про них легенда, то, что вот такие страшные существа бывают. Вот. То есть у этого есть определенная логика, но ее надо искать не в самом произведении, не в самих, так сказать, вещах, которые ты видишь в данном произведении, а это нужно искать обоснование именно у народа, именно народное обоснование, почему, и именно в условиях, в которых данный народ проживал. У него была цель именно продемонстрировать вот эту вот самобытность вот данной культуры данного малого народа. Возможно, в этом была сама суть данного произведения – показать самобытность. Прежде всего, я это произведение воспринял как вызов в себе. Почему? Потому что автор пытается давать оценку женщинам с точки зрения системы отношений личности. То есть, он дает им какие-то устойчивые психологические портреты, претендуя, что одна женщина – выглядит как многие женщины, то есть дает им классификацию. И каждая его женщина – это таксономическая единица. И, грубо говоря, популяция женщин состоит из вот таких вот таксономических единиц. Однако, как хочется уважаемому автору напомнить, что женщин все-таки 4 миллиарда, они разные. И среди них есть...
противоположные типажи, абсолютно взаимоисключающие. Например, как очень утонченные женщины, восприимчивые, прямо на кончиках пальцев, хрупкие, так грубые. Как женщины внушаемые, податливые, так и очень властные, доминирующие, тоже взаимоисключающие. И поэтому все вот эти вот классификации женщин, они не имеют никакого смысла. Никакого. Их смысл равен нулю. Это все просто художественный вымысел, это его личные переживания. Никакой классификации женщин быть не а может. А он дает классификацию? Да, на мой взгляд, какую? Он дает классификацию. А какую классификацию, например? Он говорит, что класс, вот она, вот, класс, а вот все вот эти женщины перечисленные, это женщины расклассифицированные. Я считаю, нет, что... А класс-то как вот он? Нет, каждая женщина по имени, каждая класс есть. Это каждый определенный класс, вид... Вид женщин. А почему? Я подумал, что а ты прочитай имя... внимательно, почему. Там он такие-то Анны, они такие-то. Он их как бы подразделяет на эти... Классифицирует. На классифицирует. Есть, читатель чувствует себя просто некомфортно. Некомфортно в этом мире... который предлагает автор. То есть по привычке нам что нужен? Сюжет, логика, герой, завязка, развязка, кульминация. Мы к этому привыкли, что как бы так устроено произведение. И когда всего этого нет, ни сюжета, ни развязки, ни кульминации, мы теряемся. Мы чувствуем себя некомфортно, и мы, скажем, не можем получать то привычное удовольствие, которое мы обычно получаем при произведении. И вот здесь, мне кажется, да, это вот такая ошибка, скажем, это разбалованность, что ли, потребительское отношение к искусству. Вот, и поэтому я, так скажем, думаю, что нужно наоборот как можно больше читать произведений непривычных, у которых нет привычного вот этого нам, привычного, а то есть, как мы говорили в прошлый раз, убаюкивающей нас формы, сюжет, логика, да, драма... Герои, определенные. Да, драматургия, да, когда мы сопереживаем, вот. То есть это все превращается в какой-то сон. Вот. Произведение за произведением, фильма за фильмом, вот мы поплакали, вот мы. Вот, то есть мы привычное потребили привычное. Вот. Это не значит, что это плохие произведения. Но вот как бы мне кажется, что это смелость автора. Смелость, потому что он знает, что просто подавляющее большинство, 90% его просто не примут, начнут читать и бросят. Вот. И мне кажется, это смелость автора, да, особенно если это не провокация, а это все-таки попытка донести серьезное какое-то переживание, серьезную какую-то выстраданную мысль. И мне кажется, что у Осокина она вполне выстраданная, серьезная. Вот. И, может быть, до конца-то я ее и не понял, скорее всего. Вот. Ну, что я могу сказать? Хотелось бы просто дать характеристику этому миру. Да, то есть Осокин создает определенный мир, и мне кажется, это тоже достоинство автора, и любому писателю нужно, так скажем, брать во внимание, что подобных авторов, да, и смотреть, а что он сделал. А он сделал самое главное, он создал свой мир, который работает по своим законам. То есть он создал эти законы, как вот пишутся там фантастические произведения, да, и сейчас, или там фэнтези, да, и считается, что тот автор и произведения достигли высокого уровня, где мир наиболее проработан. Вот. Так вот здесь это, можно сказать, фантастическое произведение, потому что большая часть ритуалов, как известно, несуществующих. Вот, все это выдумано, да, то есть это только на каком-то материале, все это выдумано. То есть это, можно сказать, что это фантастический роман с достаточно мощной проработкой, хотя конкретики немного, вот, я обратил внимание, как таковой конкретики нет. И в то же время высочайшая степень телесности какой-то, да, вот вообще постоянно, да, главный акцент – это воспевание Плотского, да, то есть везде эти там совы, он называет это, да,
гениталии женские. Вот. То есть, но это везде-везде, там люди трогают себя без конца, друг друга трогают. То есть вот эта вот телесность, плотскость, как бы заставляет нас осязать именно эти образы, осязать этих героев. Да, то есть они, вот Ярослав, по-моему, в эту сторону немножко говорил, вроде как все похожи друг на друга, это правда, хотя в то же время одна пухленькая, наоборот, он всех их, как бы, да, у каждой индивидуальности, там груди у всех разные, одна худенькая, другая пухленькая, у одной ноги такие, у другой другие, и в то же время, я согласен, они не имеют характеров, как будто бы, они все как будто одинаковые, из одного мира. Вот. Но мир этот сам в высшей степени уникальный и в высшей степени самобытный. Вот в чем дело. Платонова напоминает Мамлеева и Платонова миры. То есть у Мамлеева, у Платонова, у Осокина нет характеров, но сам мир в высшей степени, то есть это какая-то особая планета, космос какой-то, которая работает по своим законам. И вот здесь мне вот как автору мне интересно наблюдать, как автор создал свой мир, вот, и научиться у него, и создать свой. То есть это самое трудное. Писать можно научиться гладко, да, ровно, а создать свой мир не каждому, далеко не каждому удается. Это главная задача автора. Ты можешь как угодно коряво писать, какие у тебя угодно могут быть характеры, какая угодно у тебя может быть логика, ее может быть, не быть, но если ты создал свой мир, тебя вынуждены будут принять. Вот. Как бы это самая сложная задача. Вот. Ну и здесь уже вот хочется понять характеристики этого мира. Вот я немножко выписал себе, сколько смог. Воспевание Плотского, иррациональное воспевание иррациональных отношений, то есть часто возникает ощущение, что там мужчина берет женщину, что это изнасилование, а оказывается, это она только сопротивлялась. Я вот вспоминаю это в фильме Михалкова «Урга». Вот. В начале фильма там мужчина гонится за женщиной, она от него, он ее догоняет, бросается на нее, у нее они там борются, у нее кровь из носа, то есть кажется, что это изнасилование, а потом оказывается, что это невероятный такой вот как бы поэтический и гармоничный как бы акт соития, то есть он вот это такой ритуал. И то есть и это такая вот и как бы своего рода игра и жизнь. Так вот, вот. И здесь тоже мы понимаем, что это оказывается поэзия и гармония. Вот. Многие моменты, конечно, кажутся выбивающимися из этого мира. Почему? Потому что все-таки в целом делаешь вывод какой? Что жизнь. Как таковая жизнь, а то есть продолжение жизни, а то есть вот эти вот плотские отношения, секс, да, они первичны. То есть стыд и, скажем, какие-то правила вообще морально-нравственные, они вторичны. То есть первична жизнь, там, где жизнь, там, где, значит, секс, там, где любовь, там, значит, это все главнее. Все остальное второстепенно. Но нет... Одна из героинь заболевает, потому что долго-долго там идет расследование, да, родители ищут, где она заболела, чем, да, и им подсказывают, что это рябина, значит, дело в рябине. И героиня идет сама, ей родители говорят, что там с рябиной случилось. И она идет и просит прощения у рябины, потому что они, оказывается, целовались там, да, как бы сказать, у рябины с парнем. То есть, оказывается, есть все-таки иерархия, что перед божеством нельзя любить друг друга. Вот, да, то есть такие вот, как бы оказывается, что здесь есть все-таки, то есть божественное, да, не вот. Вот. И в то же время часто, конечно, сцены совершенно бесстыдные. И, да, вот, то есть
понимаешь, что стыд на втором месте. То есть первично жизнь и любовь. И вообще, вот исходя из этого, из этих вот сцен, которые очень часто повторяются, после прочтения возникает ощущение такое, что ты стал невинным. Такое наполовину сознание, что ты потерял стыд, а тем самым, то есть это настолько становится нормальным, настолько это входит в тебя, в твое сознание, и настолько тебе становится обыденным вот это вот соитие, да, постоянная любовь какая-то, и настолько она как-то изображена вот как-то сакрально, как-то кротко, что ли, да, как это сказать, что целомудренно, вот, нужно сказать. То есть все эти отношения плотские, они целомудренны абсолютно. И такое ощущение, что ты утрачиваешь вообще стыд, а тем самым становишься невинным, как будто бы. То есть сознание становится невинным. Ты понимаешь, что все эти человеческие проявления, которые часто стыдятся, по крайней мере, в нашем, как бы сказать, в христианском мире, да, вот в нашей какой-то культуре, ты понимаешь, что это как будто бы придумал кто-то, что этого нужно стыдиться, а у них настолько это гармонично, что этого стыдиться не нужно. Вот. Но, скорее всего, такого быть не может, то, что здесь изображено, такого мира быть не может. Это просто утопия, это фантастика и утопия. Вот. Если так начать жить, то это будет маскарад. И вот еще, кажется, что вот очень много там таких моментов, что мужчина там быстро раз как-то сошелся с женщиной, но люди друг другу очень редко изменяют. Я помню только один момент, может быть, скорее всего, что-то упустил, где муж спит с там овда, женщина леший такой, в лесу она живет, да? Вот. И жена не вытерпела этой измены и повесилась. Вот. То есть никто никому, оказывается, не изменяет. И люди, вот эта легкость схождения, что они там чуть ли не с 7 лет, да, с 7 лет в одной новелле, там, с 7 лет они ходят голые по деревне, пока не выйдут замуж. Так вот. Так или иначе, при всей этой плотскости, при всей этой доступности какой-то, при всем этом сексуальном напоре, люди сходятся не по выбору какому-то, они не рассудочно, не рационально друг друга выбирают, а по какому-то предназначению каких-то высших сил, такое чувство. То есть судьба, то есть если вы сошлись, да, вот в одном месте, в одной новелле, прадед там бросает монетку, она летит куда-то, и внучка должна, как бы под монеткой окажется ее жених. Монетка прилетает, а там, значит, ее знакомый парень, которого она там не уважает, да, говорит: «Ты что ли, дурак? Мое счастье», плачет, да, что как бы не совершилось счастье. А следующее предложение, они там уже, у них свадьба, и она счастлива. То есть, о чем идет речь? Что само по себе вот это вот соитие, как бы по предназначению, это и есть счастье. И никто друг друга не выбирает, а принимают все друг друга такими, как есть. Ну, то есть, вот изображен таким образом идеальный какой-то мир, да, глядя на которые, осмысляя которые, прочувствовав которые, ты понимаешь, насколько наш мир далек от такой гармонии. Но нужно понимать, что это утопия, что такого быть не может, что это красивая сказка, которая, возможно, все-таки должна оставить какой-то след у нас всех, у читателя, да, и заставить как-то по-особенному, по-новому посмотреть на, возможно, все эти отношения.